привет, друзья! Сегодня 15 июня. Мы на пляже возле дельфинария. Сегодня погода для тех, кто вчера подгорел, обгорел. И сегодня спасается от солнца. Облака, добрые облака, спасают всех от палящего солнца. Утром в Гастагаевской, конечно, жара была такая, что почти 30 сразу с утра. Пока мы прособирались, уже было 9:30, я думала, зря мы собираемся ехать в такую жару. Но облака спасли нас, хоть мы и не подгорели, но мы не любим быть на самом солнцепеке. Вот здесь на пляже Кристалл. Только что играли мужчины в волейбол. С утра была аэробика. У них работают аниматоры в Кристалле всегда. Потом был детский конкурс. Эстафета спортивная. Бегали, прыгали ребятишки. Играли в какие-то логические игры. А теперь начал работу учитель танцев. Латинские танцы для всех желающих бесплатно. Обучение. Сальса, бачата. Вот, пожалуйста. Уроки от носителя. Кроме облаков, ветерок. Вода такая же, как вчера, у берега водоросли. Дальше чисто. Небольшое волнение. Любители теплой воды, как парное молоко, наверное, будут не очень довольны. У меня детки подмерзли после второго купания. Греются. Ну что, Ася, на матрасике под полотенцем согреваешься? Вылезать будешь? Нет. Нет? А как же строительство незавершенное? Или вы уже все доделали, что хотели? Башня, ров, наполненный водорослями, забор из песка. Ку-ку, строитель! Может, ты спать захотела? Покажите мой песочный замок. Чего? Покажите мой песочный замок. Ага.